Друзья, хочу посоветовать канал «Дачный колорит». На канале много интересного про дачную жизнь, про натуральный табак, про свое хозяйство и про коп. Переходите по ссылке в описании и не пожалеете. Друзья, всем привет! Сегодня мы пришли к землянке, но не для того, чтобы здесь время проводить, а чтобы взять нужные вещи. Нужные вещи для сплава. Сегодня мы с Артемкой Стафеевым уплываем. Маршрут Красаина Луза по реке Луза. Надеюсь, сплав будет интересный. Вот мне нужно некоторые вещи взять. Сковородка, ну и тому подобное. Так что сейчас вещи собираю, какие нужны. Возвращаюсь домой и через некоторое время выдвигаемся. Все, что нужно забрать, забрал, огород полил, потому что дня два точно тут не придется поливать. В целом все, отправляемся в сторону дома и скоро отправляемся уже в сторону сплава. С вами уже здоровался. Это Артем Костафеев. Мой сегодняшний напарник. Мы, Артем Костафеев, с подписчиками поздравляем с рождением сына. Спасибо большое. Надеюсь, там накомментируете. Новый сын. Новый сын родился. Новый подписчик у Юрика появился. Правда, он маленький еще. Но все равно смотрит каждый раз. Новый рыбак. Все. Фига себе, думал, ты лодку хочешь ножом проткнуть. Ты от меня точно сейчас никуда не денешься. Что ж, друзья, маршрут Лайск, Луза. Ну, это даже не Лайск, это ближайшая деревня, называется Красаина. Будем плыть, будем отдыхать, будем пытаться поймать рыбу. Это главное. Ну, а дальше, как получится, мы все это вам покажем. Ролик выйдет, наверное, не в одной части. Ну, хотя, как дело пойдет. Если будет что показать, мы вам покажем. Нет? То это будет конец ролика тогда уже. Все, бери воблер, поплыли дальше. Опа! Почина, Юрий Андреевич! О, рыбу поймал! Ладно, мы первого отпустим. Он только что была поклевка мне до этого. И Артемке сказал бы, меня клюнуло. И как бы пустая поклевка. А тут бах. Решил закинуть еще раз это место. И рыба! Окушок маленький, но все-таки на уху-то можно было таких наловить. Ладно, будем надеяться, что у нас клев будет. Что там? Язь. Язик небольшой.
Будем брать его. Я, давай щуку поймаю. Давай. Все, я надеюсь на щуку. А, отпускаем. Хорошо, отцепил. Все. Нет. Окушочек попадается хороший. Че, брать окуня? Понял. Можно было и без этого слова. Ну, главное, идею я понял. Так, нечестно ее. Нечестно, у меня второй спиннинг воткнулся в берег. Мы сегодня оба поплыли, не поешь. Так что у обоих желудок запосасывал. Решили тормознуть. А время-то уже сейчас, кстати, около 5 часов вечера. И надо перекусить маленько. Не знаю, так что-нибудь по-быстрому сделаем, перекусим. Не будем готовить, точно уж. Да-то мало надул ее. Перекусим кашкой мы. Кашкой. А так, в целом, по рыбалке. Я поймал 3 рыбы, видели. Артемка, 1. Пока, ну главное, от нуля ушли. И это радует. Обычно вот тут за наш, мы еще не доплыли до переката. Бывало то, что вообще рыбы не лавливали до него. А тут мы, блин, думали, что возможно плав впустую произойдет. Уже, уже не впустую. Я тут встретил просто человека сегодня. Он мне насурил, что на днях тут плавали. Они тоже с плавом, с одной ночевкой. Поймали 1 рыбку всего, 1 кушка. Я думаю, ну беда, мы собрались куда-то. Так что не все так плохо. Вполне может быть, что еще и половим. Что думаешь, лев начнется? А? Лев начнется, думаешь, сейчас? Конечно, сейчас, смотри, как начнет клевать. Сколько, на сколько? Не знаю, я еще не имею батарейки. А какая там? 12-вольтовая такие? Не, там 2 эти пальчиков обычные. А-а-а. У тебя ложка гнется, как это? Ложка гнется, как, да, как она самая. Как она самая, Юрка, да, да, правильно ты сказал. Как можно, ребешки. Как очень много мух. Они, по ходу дела, там прибухивают, просто сидят больше, чем рыбача, да? Они что-то там холодят. Делают что-то. Беседку. Ничего не вольвал. Друзья, мы двигаемся дальше. Опять только мы выплыли, начинается ветер. Как это обычно и бывает. Вообще, вот только вышли на берег, ветер утих. Вышли в море, плавание. Бах, ветрище подул. Ладно, будем пытаться ловить рыбу и показывать это вам. В бой! Что у тебя, окушок?
клевочка, друзья. Тоже небольшой. Ух, его когда щеленок. Окушок. Окушок, окушочек попался. Сидишь как на диване дома. Красота, еще бы мошка не накапывалась. Вообще было бы кучеряво. Ничего, пойдет. Но пока отпускаем, не знаю, ждем щучку. Да, уклевой, уклевой. Уклевая сама. Где-то нету-то. Тихо. Ладно, иди сюда. Будем извлекать из тебя то, что ты скушала. Друзья, хотел опустить, но портились жабры. Заглотила она все-таки блесну. Думала, сама отцепится, но кровь, вы видите, все руки в крови. В смысле, не вижу ее отпускать, она сама умрет. Придется брать ее. Сегодня приготовим туда. Может, еще что-то поймаем. Пора бы начинать брать рыбу-то. Потом мы без ужина останемся. Но эту я бы ни в коем случае не взял, если бы она не поранена была. Ты давай, ужин-то ищи. Ветер успокоился на улочке. Стало приятнее находиться, но тут и минусы, конечно, большущие. Даже никакие средства не помогают от мошки. А ветер хоть маленько их обдувал. А так, вот смотрите, они просто... Комаров нет, мошки просто тьма тьмущая. Вот бесполезно. Ну, побрызгался сейчас с рифтомидом. 10 минут, да, и все. У меня аж руки блестят от него, а толку нет. Рассказывай, чё? Не знаю. Здесь щук такой очень маленький. Окунь, наверное. Давай без занос больше. Без занос? Нет, я тебе говорю, давай больше без занос. Давай без занос. Согласен. Ну, выплюнь как. Сейчас, друзья, мы все берем. Потому что хотелось бы все-таки в таком замечательном отдыхе питаться не бич-пакетами, а все же пойманной рыбкой.
Это... Нормальный, нормальный, нормальный. Давай, давай, сюда. Нормальный, нормальный, нормальный. Давай, давай, сюда. Иди на сковородку, ты пойдешь. Извини, конечно, братан. Но нам нужен обед. А то и ужин уже. Ай, плевой, это все гадости изо рта. Я же говорю, тут окон есть. Я тебе правильно показал, тут тормозим. Ситуация осталась следующим образом. Я интернет погоду не смотрел, как бы я на нее обиделся. А Артемка говорит, что да, состоит на весь день дождь и гроза. Об этом узнал, но как-то вот мы этот момент не обсудили. Я думал, все будет отлично. Но скорее всего, дождь, скорее всего, будет. Вот мы стоим, думаем, есть ли смысл вообще оставаться где-то. Или всю ночь просто плыть. Потому что завтра весь день дождь, по прогнозу. Если такой дождь, как пообещали в тот раз, как бы он вроде как был, по написанному, а в итоге не было вообще за весь день ни капли практически, то такой дождь не страшен. А если, как обещают, весь день-то и хороший, тогда беда. Кстати, друзья, вот место, деревня, я здесь приезжал зимой сюда, мужичка снимал, живет тут один, и бабка еще одна живет отдельно. Деревня находится 1,5 км от берега. Может, плюс там минус, я не знаю, на этой собаке ездил. Я думал до нее дойти, посмотреть до этой деревушки летом, как она выглядит. Что-то все настроение упало. Когда куда-то собираюсь, и вот такие новости, лучше бы не знал. Артемка бы тоже не смотрел бы прогноз погоды, было бы все по-другому. А сейчас будешь думать, как поступить правильно. И поступишь в итоге не так, как надо поступать. Церковь Покровская, ночное время. Тихонько разваливаться. Пытались построить, достроить, ремонтировать, так и все. Зимой вот я был в ней. Ну, я говорил, что ролик снимал, деревню ездил вот сюда рядом. И сюда заезжал к церкви к этой. И вся реставрация прошла так у них. Только начало. И сразу же конец. Теперь уже я никто реставрировать не будет. Так, времени. Около часа ночи мы приплыли вот в такой вот избухе рыбацкой. Мы много в свое время здесь ночей провели и решили все-таки маленько поспать, потому что холодно, во-первых. Во-вторых, летим мы и так очень быстро, торопиться некуда. В целом, тучи вроде разнесло, даже если мы пару часиков заиманем, ничего плохого не будет. Так, взяли с собой спиральку только. Подождем и маленько поспим. Наступило утро. Пора двигаться дальше. Этого не знаю. Пока, по крайней мере, на улице все нормально. Дождем не пахнет. Но все же. Надо быть на чеку. Спрятаться нам негде. Если пойдет дождь, вон как левуши. Ну, в принципе, да ладно. Об этом поздно уже. Избушку эту уже покосило. Раньше хорошая избушка была, сейчас рыбаки перестали проходить. Ну, бывают, посещают, но не ухаживают, ничего за ней, хозяева забили на нее. А так, раньше часто была посещаема всеми, в том числе и мной. А у меня сейчас своя имеется в другом конце реки.
И сюда я тоже появляюсь редко. Давай пошли, а то сейчас раскрою все комарам, пускай тебя едят. Чишли. Давай все. Пора. Плывем уже в течение на часов двух. Клёва нет вообще. У меня тут были две поклевки вяленькие. Артемка выходила, спит в лодке, потому что в дрейфе не шевелится. Уплыл, наверное, за километр от меня. Вон там еле видно лодку. Деревушку раз поплываем интересную. Малыш, снимай штаны. Все, капец. Что-то поздно как-то рыба-то клевать стала. Рано уплыли, надо было спать реально. Опять спать, долго спали, так. Дольше будет дожди, под дождем мылись. Пузатик. Какой пузатик? Возьмем пузатика. Пусть будет хороший. Мал щук. Вот такой большой щук. Вот на такую блесну. Посмотрите размеры. Ну это щук. Ну, грамм 15, наверное, целая. Опа! Мда. О, у меня тоже щука только у меня. Я что, окунь? Нет. Рядом горбач у него. О, мой отпал, слава богу. Вот, друзья, возьмите себе на заметку, кому интересно. Сегодня и вчера рыба ловится вот на такую приманку. А у Олега, говорю, Артемки с красными точками такая раз стоит, точно такая. Ну, я покупал сейчас две, такую и другую. Размеры разные у них бывают, до пятерки, по-моему, может быть, до шестерки. Это троечки. Выручаю практически всегда такие вот рыбалки, когда не особо рыба активна, рыбе она нравится. Я знаю, что да, вот у Олега Чебыкина любимая блесенка. Ну, у меня, если из блесен выбирать, то да, пожалуй, тоже. Она в тройке лидеров-то точно будет. Плюсом то, что она недорогая и часто вручает. На рыбалке вот брать ее с собой на уху, то все равно поймаешь, мне кажется. Сама уклюнула. Молодец какая. Вот это я люблю. Мучиться не надо, отцеплять. Ушки за окушками. Блесны сегодня работают на ковске. Я Артемке дал такую же, только с красной. Отфигачил у нас, друзья, дождем. Хорошенько, ну ничего, обдуло зато, пока на моторе сейчас ехали. Под конец я вообще ничего не снимал, смысла не было, потому что лило просто, ну просто стеной дождь фигачил. А сейчас подрассосалось все так, опять культурно, все красиво стало. Сейчас Артемку сначала выгружаем, потом я дальше плыву, причем плыву на другую сторону реки еще, вдобавок, я живу на другой стороне реки.
Как-то так. Начинаем утаскивать тихонько шмотки. Палатку брали с собой. Нафига только, непонятно. Все. Теперь наше время вылезать на берег. Тёмка уже дома, наверное. Мы сейчас тихонько будем шмотки таскать.